Давайте обсудим, как устроена структура кода на C++. Для начала обсудим, зачем нужно разбивать программу на файлы вообще. Для этого есть несколько причин. Во-первых, если ваша программа большая, то с небольшими файлами удобно работать. Удобнее, чем с одним большим, в котором сложно будет что-то найти. Во-вторых, разбиение на файлы помогает структурировать ваш код, отделяя одну подсистему от другой. В-третьих, разбиение на файлы позволяет нескольким программистам работать над проектом одновременно, когда один программист выносит изменения в один файл, а другой программист выносит изменения в другой файл. И в-четвертых, есть достаточно практическая причина, которая для C++ очень важна, в том, что разбиение на файлы помогает ускорить компиляцию. Дело в том, что если вы внесли какие-то изменения в небольшие части проекта, то для повторной компиляции достаточно перекомпилировать только те части, в которые изменения были внесены. Соответственно, если ваши части небольшие, то и время перекомпиляции будет значительно меньше, чем время компиляции всего проекта. Файлы с кодом на C++ бывают двух типов. Во-первых, это файлы с исходным кодом, где находится основное содержание проекта. А второе – это заголовочные файлы. Файлы с исходным кодом обычно имеют расширение CVP, достаточно редко расширение C большое. Файлы заголовочные имеют расширение либо HPP, либо просто H.